світ не буде таким, яким ми його з вами звикли сприймати без таких людей. І сьогодні саме така людина в мене в гостях. Зустрічайте. Сніжана Єгорова – українська телеведуча та акторка. Закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенко Карого. Була акторкою театру драми і комедії «На лівому березі». Відома ведуча багатьох українських телеканалів. У 2006 році брала участь у театральному проєкті Олеся Лісовця «Нас поміняли тілами», а також в телепроєкті «Танці зірками». Вітаю вас, пані Сніжано. Здравствуйте, Альберт. Спасибо большое за приглашение. Дякую вам за те, що прийшли до мене. Ви знаєте, багато питань є, і вони всі важливі такі. Але я б хотів би поговорити з вами про ваше життя. Тому що ви як стильна жінка, як мати п'ятьох дітей красивих. І не дарма ви народилися 23 лютого. Так, це правда. Не кожен чоловік має такий характер, як ви маєте. І це не то, що дивує, це приємно. Скажіть, будь ласка, що для вас цінності є в житті, у людей? Які цінності ви поважаєте? Как говорила моя бабушка, мир большой, люди разные, знаете? И в любом случае, в моей профессии мне невероятно повезло, что я встретила, наверное, самых ярких, самых умных, самых талантливых и сильных людей. Их было много на моем пути. Но, к сожалению, в последние годы я начинаю понимать, что эта определенная порода людей постепенно уходит в небытие, потому что это люди, которые прошли уже свой жизненный путь, некоторые, скажем так, на излете, некоторые вообще уже покинули этот мир. И, безусловно, мы начинаем понимать, что уже приходит наша возрастная категория, когда мы становимся пределами для кого-то, возможно, примерами для кого-то, возможно, испытанием для кого-то. И, конечно, когда ты смотришь на других людей, тебе кажется, что это так естественно, прекрасно, когда человек честный, отважный, когда он способен постоять за других, один за всех и все за одного, мужская дружба, женская преданность, семейные ценности, воспитание детей, школа, педагоги, учителя. Конечно, все эти вещи кажутся настолько банальными, когда ты живешь в этом, и они кажутся настолько уникальными, когда это вдруг начинает куда-то деваться. И мне очень печально, что за последние годы, я очень много об этом пишу и говорю, и, собственно, пишу об этом в моей книге, наше общество начинает распадаться на мелкие фрагменты, на фракталы, и люди все меньше и меньше доверяют друг другу, все меньше и меньше делятся добром, теплом, любовью. И мне кажется, что, наверное, самая главная ценность, которую надо сохранить и приумножить, и которая уходит из нашего общества, это любовь. Любовь не в том смысле, когда мать любит свое дитя, или мужчина любит женщину, либо мы любим красивое что-то, яркое что-то, вкусное что-то, а именно любовь в таком вселенском смысле. До життя, любовь до життя. Жити треба теж вміти, як кажуть. А що заважає людям бути людьми? Ну вот, наверное, это как раз то, что вы сейчас сказали. Люди перестали ценить жизнь как вот саму по себе ценность. А может, они не умеют, их никто не вчив, и им казалось, что это не потрібно, давайте вот так вот робити. Я вот завжди кажу, я вот останній час кажу, что может в школах чи в вузах ввести такий напрямок, щоб люди дітям нашим казали, що треба залишатися людиною, якщо, да, щоб було все добре. І треба поважати один одного, розуміти, промовчати десь. Тому що я от теж так колись думаю, от якщо людина в іншу церкву входить, да, іншої там національності, якось сприймається це все негативно вже одразу. Это ксенофобия, это нетерпимость к тем, кто имеет другой цвет кожи, или другой цвет глаз, да, или другую статуру, как кто кажет. Тому що з батьком і з матері їх там чомусь вчити, може, і не хочуть, не вміють, їм це не потрібно. А дітей, вони ж всі ходять в школи, да? Я думаю, що треба їх вчити людяності такої, да? Тому що це, взагалом, для мене це основне. А потім вже там, вже хто якось йде, які цінності долає там. От, цінність
включає в себе один одного розуміти. У нас нема цього розуміння, і ми повинні своїм прикладом, як іти, своїми діями, поступками, вчинками, от повинні якось показувати людям, що треба завжди залишатися людиною. І це, наприклад, я так думаю, що нелегко, дуже тяжко і дуже, може, воно не потрібно, но це достойно, як кажуть, уваги. Ти згадуєш своє дитинство в степях Херсонщини? Да, ти була, конечно, така дівчина, така шалунья, і давала там прочухана всім от, по своєму характеру. Так, і я пам'ятаю, і падала, і там з яблуні там зацепилася рукою, і десь ще там падала, трусами зацепилася. От, це цікаво. Повісла на трусах на парті школьної. А, парти були. Після винесли, і зробили в школі в сільській, де жила моя бабушка, і де ми росли з моїми братьями и сестрами, повыносили парты и сложили их друг на друга. Такая была целая пирамида, потому что делали в классах ремонт. И, в общем, нам, наверное, лет по 4, может, 5 максимум было. И мы там гоняли, лазили по этой пирамиде. То есть у нас было восхождение, значит, на гору. На Эверест, да? Да, и как-то я так оступилась. И, к счастью, повисла. Трусы были, сильная такая резинка хорошая, и не упала, не разбилась, и мои друзья меня потом снимали, звали моего старшего брата, чтобы спасти меня. Да, было такое. Вы знаете, Альберт, я вам честно хочу сказать, вы сейчас заговорили о школе, на самом деле это моя боль, потому что... Я очень хорошо помню свою школу, я с огромным удовольствием в нее ходила. У меня никогда не было такого: о боже, в школу, мама дорогая. Я никогда не боялась экзаменов, я любила своих учителей. И, в общем-то, тебе же была золотая медаль, да? Да, я закончила школу с золотой медалью, у нас были прекрасные педагоги. И я вот буквально на эти пасхальные дни вынуждена была поехать на свою родину. Я 10 лет не была в Каховке, ну, в силу того, что я... Дороги европейские. Ну, большой стройки я не обнаружила нигде. И, в общем-то, это отдельная тема, потому что дороги ужасные. Они не то, что само дорожное полотно ужасного качества, оно двухполосное и, в общем-то, ну, никак не соответствует тому потоку автомобилей, которые, в общем-то, уже у нас есть. И, по большому счету, к счастью, я приняла решение ехать ночью. И поэтому, в общем-то, мы добрались достаточно спокойно и быстро, без приключений. Но... Дороги оставляют желать лучшего, как, собственно, и образование. Потому что, так как у меня 5 детей, я так или иначе все равно сталкиваюсь с образованием нашим украинским на протяжении последних там 30 лет, когда я уже мать, и, собственно, я ищу для своих детей школы, и я интересуюсь тому, чему их там учат, я интересуюсь тем, как их там воспитывают. Я могу сказать, что наше образование подвергается очень серьезному уничтожению, и я это утверждаю, что это уничтожение не просто случайное, хаотичное, а что именно наше образование наших детей и воспитание наших детей – это тот процесс, который закладывает бомбу замедленного действия, и, по сути, они взрываются, эти бомбы, уже практически у нас под ногами, потому что нету достойного внимания и уважения к профессии учителя, нету нормального, адекватного, соответствующего времени, да, вот образование, обеспечение школ. А учителя приходят, им, по сути, уже плевать на этих детей, знают они что-то, не знают, они просто отрабатывают свой номер и, как говорится, алей-оп, получают свои жалкие гроши, недовольные своей профессией. То есть профессия учитель вышла из разряда, ну, профессии, которым поклоняются люди. Люди сейчас хотят быть маркетологами, психологами, я не знаю, там, звездами шоу-бизнеса, какими-то рекламными
маклерами и торговцами. То есть за 30 лет, в принципе, Украина утратила вообще самость и идентичность как самодостаточного государства, которое готовит своих граждан для полноценной, здоровой, внятной, успешной жизни в своей собственной стране. По сути, мы готовим, знаете, такие полуобразованные трудовые резервы и ресурсы на выезд. А те люди, которые еще и приобретают здесь хоть какое-то нормальное, адекватное, хорошее, качественное образование, в основном это не заслуга нашего государства, а скорее всего это заслуга вот тех семей, которые еще осколочно, остатки вообще всех своих ресурсов жизненных, эмоциональных, интеллектуальных, финансовых, вкладывают в своих детей и сразу их ориентируют на то, что деточка, значит, давай-давай учись, английский, французский, польский, там это, то, пятое, десятое, танцевать, играть, петь и вообще все что угодно. И быстренько вали отсюда, потому что ничего хорошего здесь не будет. И это очень печальная тенденция. И, к сожалению, вспоминая свое детство, во-первых, у нас было военно-патриотическое воспитание. Мы росли, понимая, что мы живем в огромной стране под названием Советский Союз, которая дает людям равные возможности. У каждого человека была своя путевка в жизнь, возможность получить образование, детский сад, школа, все это было бесплатно, тебе это обеспечивало государство. Возможность получить высшее образование. Практически все граждане нашей страны, все, кто хотел, имели возможность получить это высшее образование, и я в том числе. В данном случае я очень часто об этом говорю и акцентирую свое внимание, что своим образованием высшим я обязана тому государству, в котором я выросла, в котором я росла и которое мне дало такую возможность. Другой вопрос, что с момента набуття Украиной незалежности мы, собственно, плавно перетекли, даже, возможно, не осознавая этого, совершенно в другую реальность. И на протяжении 30 лет мы пытались как-то в этой реальности жить, выживать, реализовываться, не задумываясь о процессах, которые происходят глубоко внутри. А глубоко внутри происходили процессы распада, гниения, растления. И, в общем-то, то, что сейчас наши дети никому не нужны, и государство, в первую очередь, не интересуется их мозгами, их ценностями, потому что, как вы правильно сказали, не все родители имеют возможность воспитывать своих детей, потому что многие работают с утра до ночи и, в общем-то, по сути, не видят своих детей. Они их могут обеспечить тем, что там на столе у них есть кусок колбасы, там хлеба, там или еще что-то, они их во что-то там одевают, а мозги детей предоставлены чему угодно. И, по сути, сейчас с развитием соцсетей и информационных технологий мозги наших детей угоняют как незакрытые машины. То есть они, ну, раньше родители боялись, что ребенок там выйдет на улицу, попадет в дурную компанию, там его дурному научат, он начнет пить, курить или, не дай бог, еще наркотики попробуют. А сейчас твой ребенок уже не хочет идти на улицу. Он может сидеть в своей комнате соседней, и тебе кажется, что он находится в безопасности, под твоим присмотром, а в это время вот здесь наушники у него в голове, здесь у него какие-то программы, гаджеты, и ты не понимаешь, чему учат твоего ребенка вот эти электронные, скажем так, приладья и те люди, которые там сидят. Оттуда могут выпрыгивать какие угодно черти из каких угодно табакерок, и не все родители понимают эту опасность, что, в принципе, их дети могут быть совершенно не их детьми, а какими-то совершенно непонятными существами. Они как бы растут, дети улыбаются маме и папе, открывают холодильник, едят твою еду, включают свет, пользуются твоей электроэнергией, а в один прекрасный момент, когда ты захочешь с ними поговорить о чем-то, что важно для тебя, он скажет: «Эй, бэби, это все неинтересно. Ты отсталый, отработанный материал. Иди гуляй вообще. У нас совсем другие цели, задачи, идолы, герои». И, в принципе, я очень много об этом говорю там, на своих мастер-классах, пишу об этом книге, что родители, которые имеют детей, они обязаны, в принципе, интересоваться их жизнью. Что формируется, прорастает в их голове? Чем они интересуются? Кто их друзья? Что они слушают? Что они читают? Куда они стремятся? Потому что, к сожалению, мы сейчас сталкиваемся с повальным, да, вот, отречением наших детей от своих собственных корней. И, к сожалению, это работа, которая пропущена государством. А по моему мнению, я считаю,
что у нас, к сожалению, нет уже давно государства. То есть у нас есть народ, который живет сам по себе, как хочет, и выживает, как может. У нас есть страна, у которой еще есть какая-то территория уже с нарушенными границами. Но у нас нет государства, которое определяет наш вектор развития, которое определяет нашу стратегию, которое заботится о наших стариках, о наших детях. К сожалению, мы вот пришли к такому печальному, к такой печальной двери, да, двери такого ада, и стоим перед ней и думаем, открыть и заглянуть, что там дальше в этой бездне, или все-таки остановиться, задуматься о том, что происходит, да, и возможно вернуться обратно. Давай трошки, обратно. Да, зупинимось. Тут дійсно, що влада людей так кидає на призволяще, як кажуть, да, а хто ким стає, потім ще наїжджають на нього, чи він, що він там, що він так каже, що він так робить, якось не так, кому щось не подобається. Це дуже важко бути людиною і ще комусь подобається чи ні. І нравиться, не нравиться, як кажуть. Час звідки ти знаходиш для себе? Знаходиш, є в тебе час? Что вы имеете в виду, Альберт? Что вы имеете? Массажи, да, салоны. Массажи. С девчатами піти там в сауну, по гриби, там на рыбалку десь. Є для цього часу? По гриби, чи, на рыбалку. Да, чи нема такого? Это очень смешно. Ну, я очень люблю природу, безусловно. Хобі є якесь? Ну, да. Кроме творчего життя такого и... Ну, наверное, мое хобби – это последние годы. Я пишу книги, и это требует какого-то определенного внимания к тому, что происходит, к людям. И, в общем-то, я интересуюсь людьми, я очень много с ними разговариваю. Я не ленюсь уделить им внимание, время. Очень часто люди ко мне подходят на улицах или там в магазинах, или где я бываю, рассказывают мне свои истории. Иногда я, ну, в силу своих профессиональных обязанностей, там, вывожу большие группы людей куда-нибудь там за границу, какие-то мероприятия для них организовываю, как организатор, как ведущая. Я могу сказать, что пока мы долетим до места проведения этого мероприятия, я уже знаю практически все истории всех вообще людей, которые меня окружают. Я не знаю, вот у меня есть какая-то такая, планида такая, да, они сразу ко мне подходят, и с первой минуты они рассказывают, сколько у них детей, сколько мужей, сколько разводов, какие проблемы, какие истории. В общем-то, они все время ко мне как-то апеллируют, как к кому-то, кто может как-то в их жизни поучаствовать или помочь, или подсказать, да. И, в общем-то, наверное, люди — это и есть мое главное хобби. А потом, когда уже накапливается какой-то материал жизненный, какие-то истории складываются не просто в индивидуальные какие-то, отдельно взятые, да, а уже в какой-то такой тренд, я это все собираю в голове в кучу и, значит, пишу об этом книги, пропуская там через свое видение, через свое понимание. Понимаете, Альберт, я, наверное, уже в том возрасте, когда исключительно мои индивидуальные моменты я прожила в полной мере, да? Когда я хотела быть там актрисой, планировала там поступление, я просто поставила перед собой цель, поехала и поступила. Потом точно так же я осваивала профессию, я интересовалась, училась, общалась с людьми, методом проб и ошибок достигала каких-то результатов. Я достигла всего, чего я хотела в своей профессии актерской, потом я перешла в телевизионную деятельность. В этом бизнесе у меня тоже нету, в принципе, темных пятен. Я все понимаю про то, как это делается, и, собственно, до мелких деталей. А потом как-то в моей жизни стало очень много гастролей, больших площадных концертов, людей. Это отдельная история, когда ты работаешь с огромным коллективом, с площадью, и, в общем-то, ты тоже достигаешь определенных вершин в профессии. Я выходила замуж сколько раз я хотела, и сколько мне это было интересно. Я ровно столько же раз разводилась. Я родила столько детей, сколько я считала нужным. И, в общем-то, я их родила по любви и в любви, и я люблю моих детей, я их воспитываю. В общем, для меня и в этой сфере нету каких-то закрытых
пятен, точек, каких-то непонятностей. Ну, саме головне, я так знаю, що людина, ти сама цього всього робиш, да? Тобі ж ніхто нічого не допомагає, да? Ти ж сама йдеш, робиш, і ти радієш від життя. Я так довго відповідала, пыталась підвести к тому, що вот ти говориш там подружки, салоны, грибы, рыбалка. Но мне очень сложно ответить на этот вопрос, потому что мне кажется, что я все это уже прожила. У меня пятеро детей. Моей старшей дочери скоро будет 30 лет, средней 23, 14 Андрею, 11 Рите. Уже внуки есть. И 9 моему младшему сыну Ивану. У меня трое внуков. Собственно, всех своих детей я отмечала каждый их день рождения. Я организовывала, делала закупки, либо договаривалась в каких-то кафе, ресторанах, приглашала гостей, покупала подарки, готовила еду, мыла тарелки. И, в принципе, мне кажется, что вот всю эту историю с подружками, тусовками, какими-то пьянками, гулянками, трагедиями, достижениями, свадьбами, крестинами, именинами, разводами я прожила вот так. И сейчас, наверное, у меня немножко другой такой период, когда дети мои подросли, младшие. У меня был достаточно сложный такой период в жизни, когда погибла няня моих детей, которая помогала мне с ними. И я осталась полностью одна с детьми, при том, что у меня есть там дом, как бы какие-то обязательства. Конечно, это было тяжело, с учетом того, что в стране начался сложный период, кризис, война, отсутствие работы нормальной, полноценной, удары по моей репутации, облава со стороны определенных, скажем так, политических сил. И, в общем-то, было непросто, потому что я принципиально решила не участвовать в продвижении войны как таковой в любом виде. Я не зарабатываю на войне. Я категорически против того, что происходит в нашей стране, и все то, что сейчас является трендом, и люди воспринимают это как нечто нормальное, для меня это ненормально, и я никогда с этим не соглашусь. Понятное дело, что это вызывало какие-то противоречия, потому что я достаточно популярный, известный человек, у меня есть моя репутация и в профессии, и в том числе, ну, как бы в каких-то определенных кругах. И, конечно, закрыть мне рот было целью и задачей очень многих, потому что они считали, что мое слово может иметь вес, и, соответственно, они забрасывали меня камнями, как могли. Вот. Приходилось сопротивляться, приходилось, в общем-то, отстаивать свою жизненную позицию и защищать моих детей, менять законы в сфере семейного права. В общем-то, я достаточно много сил на это потратила. И я могу сказать, что когда это все закончилось, я поняла, что такое, что чувствовали люди, когда закончилась Великая Отечественная война. И сейчас, наверное, у меня такой период переосмысления очень многих вещей. И, в принципе, возрастно, наверное, это уже так пришло. И дети подросли. Поэтому я очень много уделяю внимания своему внутреннему духовному миру и наблюдаю за миром и за тем, как он постепенно, но уверенно сходит с ума. А также помогаю тем людям, которые хотят противостоять этому безумию, все-таки найти свою точку опоры и, возможно, объединиться друг с другом для того, чтобы все-таки вот мы, как взрослые люди, смогли противостоять вот этому безумию, которое как цунами накатывается на нашу страну, на нашу землю, на наших детей, на наших потомков. В общем-то, вот такая, наверное, моя история. Я завжди кажу, історія. Якщо б історики сіли, да, і сказали, де є правда, де є неправда, а не як кому хочеться, було б ще трошки і легше нам жити, і якось боротися за свою правду, за свої цінності в житті. А є традиція якась сімейна, цінності сімейні? Де ви збираєтесь? От для вас, от так от, крім якийсь свят, да, стандартних, як ми кажемо, от у нас є така сімейна традиція. Є така чи нема? Ну, безусловно, у нас, я стараюсь максимально вот об'єднати дітей за большим столом. Для мене було це дуже важливо. Там в любой квартирі, коли я жила, тим більше, коли ми в дом переїхали, у нас гостиная, у нас большой стол, люди собираються, ми накриваємо
столы, готовим какую-то вкусную еду. Для меня это с моего детства, да, это вот какое-то такое священнодействие, когда собирается вся семья, все приезжают, что-то приносят, раскладывают, кто-то пробует, там уже начинается какой-то аперитив, какие-то разговоры, вот это встречи. Это очень важно, потому что когда люди друг с другом обмениваются вот энергетикой, это, наверное, самое ценное, что существует в жизни, особенно в детстве любого ребенка. Понимаете, Альберт, вот я наблюдаю за людьми, которые обманывают, предают, которые готовы убивать, которые испытывают ненависть. И я все время думаю, откуда же в них это все зародилось? Почему они могут так легко распорядиться чужой жизнью? Почему они не готовы примириться или понять другого человека? Я считаю, что все мы родом из детства, и это, в принципе, идет из детства. К сожалению, в Украине современной за последние 30 лет огромное количество детей, которые выросли без родителей вообще. Ну, то есть они выросли как бы на попечении государства, но на очень скудном и очень плохом попечении государства. Поэтому тех людей, у которых не было родителей, мамы, папы, своей комнаты, своих игрушек, своего пространства, возможности формировать какое-то свое будущее, мечтать о чем-то, очень трудно, став взрослыми, их потом переплавить, потому что все это закладывается в детстве. Очень многие выросли с родителями, которые были где-то на заработках, их воспитывали мамы, их мам, бабушки, дедушки. И когда у ребенка не было детского счастья, когда ему просто так никто ничего не дарил, когда его просто так не обнимали, когда просто так, вот знаете, как когда-то в нашем советском прекрасном детстве, он до сих пор есть такой мультик, называется «Просто так». Когда там маленькие животные друг другу дарят букет цветов. И только в конце один медвежонок, он говорит, когда ему дарят этот цветок, он говорит, а у меня ничего нет. Когда надо обменяться, вот я тебе букет, а ты мне что-то. Вот, а он говорит, а я дарю тебе это просто так. Просто так очень многим людям ничего никогда не доставалось. Поэтому у них возникало вот это вот ощущение, что из жизни нужно вырвать, у кого-то нужно забрать, нужно подползти аккуратненько, присмотреться, где ключики от квартиры, где деньги лежат, лежат. И в один удачный момент взять у кого-то и отобрать. И это ужасно на самом деле. Поэтому для меня главная традиция, да, чтобы мои дети, они, во-первых, могли делиться, хотели делиться, и чтобы им было чем делиться. Потому что, вы понимаете, можно, конечно, методом обмана, лжи, предательства пройти победоносно весь мир. Но только обратно вернуться нельзя. А жизнь такая штука, это целые периоды. Знаете, как говорили мудрецы восточные, что когда уходит вода, то муравьи едят рыбу. А когда приходит вода, то рыба ест муравьев. То есть свойство истории таково, что оно имеет всегда волны, возвращаются какие-то вещи, и каждое новое поколение, оно проходит свой урок. И если люди действительно забывают свою историю, то, что мы сейчас очень активно наблюдали на протяжении последних 8 лет, когда пытались стереть нашу историческую память, когда нам пытались рассказать, что мы не дети победителей, не потомки победителей, что не было Великой Отечественной войны, что не было подвига русского, советского, украинского, белорусского народа, который боролся с фашизмом. А были сложные тоталитарные режимы, которые хотели нас, бедных всех, вообще практически уничтожить. В концлагеря нас загоняли. И вообще, типа, мы должны объединиться сейчас с Европой, которая нас убивала, уничтожала, загоняла в газовые камеры и в концлагеря. И что, оказывается, это теперь наши друзья. И они будут нам трясти бубнами и дарить нам бусы, а мы, как папуасы, будем радоваться этому всему. Я от хочу зрозуміти, да? У мене теж були тут гості, вони кажуть, наприклад, от хочемо як Європа, там все на кнопочках, все для людей, все так красиво, що ти хочеш, все маєш. Но
там же ж люди, як, знаєш, як я їх називаю такі пластмасові, як зомбі, да? Вони не мають там, я от буваю теж часто, вони не мають там права з кимось там у себе на подвір'ї зібратися десь, якось заборонено їм там. Ну, Європа все красиво. Я хотів би теж жити там, де ми живемо, да? Ну, є думка іншого чоловіка, людини, да? Що вона от так хоче, такі у неї цінності, ми от так хочемо. Як зробити так? Зробити так. Це влада повинна робити, наприклад, да, що кожна людина має свою думку, має право то, що вона хоче, не порушуючи Конституцію, да, і законів. Но у нас є, все є, і Конституція, і закони, і влада, але люди не можуть прийти до якогось знаменника, як кажуть. Чому так виходить? Чому дають одним там йти, іншим не дають йти? Навіть там на парад взяти 9 травня, да? В чому проблема? В керівництві, в людях, в якихось національних чи інших поглядах? В чому проблема людини? Що вона вільна тут демократія чи беззаконня якесь у нас? Як зробити так, щоб у нас було розуміння між людьми? От що для цього треба? З факелом бігати? Чи говорити те, що свою думку, да, її треба поважати. Но інша людина не поважає, вона зовсім по-іншому каже. І так всі розходяться по різним сторонам. І воси нині там залишаються. От якось, якщо людина не вміє думати, не хоче, і якось там заплатили їй, треба більш сильним людям робити так, щоб було добре. Тому що за нами теж є і діти, і знайомі, які там більш слабіші. От. Ну, щось треба робити. І от якусь таку, треба знати грань, якусь таку міру. Для чого якісь поступки? Я очень люблю такие короткие, емкие и четкие высказывания. Очень много восточной мудрости присутствует у восточных мудрецов. Ну, по поводу эпохи перемен, а всегда времена перемен. Всегда меняется время, меняются люди, приходят новые, которые все проходят впервые. И по большому счету очень хорошее такое есть высказывание, что... Когда наступают сильные времена, тяжелые времена, рождаются сильные люди. И наступают слабые времена, легкие времена, и рождаются слабые люди. И после этого опять должны рождаться сильные люди, для того, чтобы наступили сильные времена. То есть мы, ну как, история – это такой, знаете, маятник. Ну, то есть мы... Проходим какой-то пик и обратно падаем в какую-то яму. И опять возвращаемся в какой-то пик. Плюс бесконечность, минус бесконечность. И, безусловно, у каждого отдельно взятого человека тоже своя история, свои испытания, свои трудности, свой удел, своя сила, отмеренная и данная ему от природы, Господом Богом. Единственное, что, я думаю, нас отличает очень сильно от европейских людей – тех, которые сейчас живут в Европе, это то, что мы эмоциональные, мы еще слишком люди. Они уже больше общества, они больше вот за эти годы, там, после Великой Отечественной войны, да, они, собственно, сопротивляться особо не хотели, да, они сразу сложили головы, они сразу взялись за свои диванчики, за свои бутылочки, за свои, там, я не знаю, какие-то частную собственность, и они не хотели, чтобы это было потеряно, чтобы это было разрушено, чтобы их бомбили, да, то есть они аккуратненько склонили голову перед силой и сказали, как хотите, делайте, что хотите, нас только не трогайте. Вот. И только славянские народы, русские, украинские, белорусские люди сказали, нет, так не будет. Ну, потому что, наверное, многие скажут, да, они были рабами, им нечего было терять, кроме собственных оков. Нет, неправда. Потому что у них есть ощущение, у нас есть ощущение вот этой справедливости. И вот этого нет, так не будет, потому что так не должно быть. Потому что я знаю, что должно быть по-другому. Что мужчина должен защищать женщину. Что женщина должна иметь право рожать своего ребенка и быть защищенной. Что слабый
не должен быть обижен сильным, что сильный должен защищать слабого. То есть у нас есть еще какие-то, к своим истокам, к своим корням мы очень сильно привязаны, к своей земле. И эта земля, она же неоднократно окроплена кровью наших предков. Это очень сакральные вещи. Вот нам кажется, что там современные люди, которые там живут в городах, о боже мой, зачем им нужна эта земля? И очень многие молодые, у кого нет детей, у кого еще нет вот этого ощущения своей самодостаточности, они думают, да нафиг нам эта земля, пусть ее продают. Вообще мы этим не интересуемся. Нам интересно, а в кого же мне влюбиться, с кем же мне жениться, какой же у меня будет качественный секс, где я буду жить, да сколько денег я заработаю, куплю себе новую кофту, заколку, туфли. Ну, то есть они еще увлечены изучением своего собственного тела, организма. Да, це нормально, час пройде, вони ж теж будуть такі по-іншому жити і якось мріяти, і робити. Но це... они точно так же могут сейчас потерять очень важные вещи, которые потом вернуть им будет очень сложно. Хтось знаходить, хтось теряє. Це нормально, тому що, знаєш, як я кажу, що в війську повинен бути один, хто командує. Не можеш там всі командувати. Є така людина, яка на себе бере. Ви правильно, Альберт, сказали. У нас, к сожалению, командиров нет. У нас есть крысоловы с дудочками, которые, пользуясь доступом к средствам массовой информации, а средства массовой информации достаточно долго, поверьте мне, я в этом работаю практически 30 лет, принадлежали абсолютно четко определенным группам, группировкам, людям, которые причастны к власти. И, безусловно, они манипулировали сознанием общества. Они отсекали все ненужное, то, что могло подвергаться критике. А все время создавали такую красивую картинку. Все, у нас прекрасный президент, у нас чудесный. Ось, подивіться, які вони в нас гарні, чемні такі чолов'яги ходять так, стоять на трибуні, кажуть, слава Україні, ми герої, ви герої, все в нас добре. А насправді, как теперь выясняется, все эти 30 лет происходил распад, грабеж, и как бы во власть попадали только те люди, которые соглашались с этим, которые были готовы грабить ближнего, раскладывать по карманам, тихесенько, тобі собі так ревнесенько, вдягнули вишиваночки українською мовою, забалакали, пісню заспівали, розказали, що боже, та нічого у нас нема, хатиночка там, боже, боже, за ці гроші ми нещасні, тут працюємо. А потом выяснялось, що у них в офшорах мільйони, мільярди і прочее, а розказували учителям, врачам і там науковцям, що грошей на науку нема, на вчителів нема, на дітей нема, на дитячі будиночки нема, ні на чого грошей нема. Де вони всі поділися, ті гроші? Ведь політиками люди не рождаються. Ведь джерелом влади у нас є народ український. Це ж люди, які десь навчалися, десь там любилися, ходили, народжувалися, щось якось їх там виховували, десь вони, в них був якийсь шлях. Але ми повинні розуміти, що всі ці люди, вони ж не з космосу прилетіли, не з Марса, спустились на парашутах взагалі. Вони ходять з нами по одним вулицям, стоять з нами в одних очередях. І у них взагалі нечто совершенно другое в голові. Дай Бог їм здоров'я. Я десь в інтернеті дивився, як... чи в Естонії, чи де, жінка-президент, да, покидала свій пост, йшла по вулиці, і люди стояли, як і вони цілували, обнімали руки. Я так, заздрість така була в мене. Чому у нас такого нема? Чому так все нам кажуть, що щоб жити добре, треба бути, любити свою країну, бути патріотом? Ми ж такі є, а щось у нас не виходить. Якось воно не так все. А от я вам скажу, чому. Тому що власть у нас в руках у мужчин. По моему глубокому убеждению, женщин должно быть гораздо больше в органах власти, которые решают вопросы. Потому что женщина, мать, хозяйка, она определяет, куда будет движется ее мужчина, ее семья, будут ли чистыми, накормленными, воспитанными ее дети, или они будут головорезами, которые будут ходить с топором по большой дороге и отбирать у слабых остатки там, того, что у них есть. Понимаете, я могу вам сказать, что я в последнее время, наблюдая за нашим информационным полем, самые
отважные, честные и бесстрашные спикеры, в основном это женщины. Вы посмотрите, как у нас мужчины склоняют голову и подстраиваются, подползают на пузе под власть. Они на самом деле не способны уже стать воинами. У нас мужчины прячутся под юбку к своим женам, женщинам, каким-то подругам. Ми про них не будемо. Я згадую Супрун, жінку, я інших там згадую не хочу. Ну, во-первых, Супрун – це не наша жінка. Я взагалі вважаю, що у владі не можуть бути люди, які не є громадянами цієї країни, які були виховані в цій країні, взагалі знають цю країну від самого народження. Кожним, знаєте, як то кажуть, каждой фіброю своєї собственної душі. Відчував. Я взагалі не розумію, як країна може існувати, кудись рухатися, якщо вона знаходиться повністю в полоні, якщо вона є колонією. На сьогоднішній день ми не тільки колонія, на мій погляд. Ми перетворюємося на концтабір. І ті люди, діти, молодь, які не розуміють, що зараз відбувається, на жаль, вони нічого не можуть зрозуміти, тому що вони не читають книжок, тому що в них спотворена інформація, тому що в них спотворено взагалі світосприйняття. Вони не розуміють, що те, що ще сьогодні вони можуть отримати, їхні діти вже не отримують ніколи, ніколи, ні за яких умов. Навіть за дуже великі гроші вони не отримують сатисфакції. Адже все те, що можна купити за гроші, в будь-якому випадку все одно створює людина. А якщо людина перетворюється вже повністю, знаєте, на ніщо, як то кажуть, якщо в неї вже немає сил, немає можливостей, то в принципі вона нічого не здатна і створювати. Коли ми збираємося завжди, як би там не було, багато про що ми можемо говорити і говорити зі своєї точки зору, яку ми маємо, яку ми проживаємо, яку ми маємо на протязі своєї колії, по якій ми йдемо в житті, так? Ну, я завжди, коли збираються друзі, і так не вистачає трошки часу для цього, да, беру гітару і хоч співаємо свої пісні, які ми любимо, які ми знаємо, які ми пишемо. Я хочу теж заспівати для тебе пісню. Дякую, це приємно. Ще зараз спробую. У мене таке враження, знаєш, коли ми навчалися в театральному інституті, дуже багато було хлопчиків, які володіли гітарою, і ми збиралися, і вони співали пісень, і так дивилися вони проникливо в очі. І дуже багато хто з наших дівчат закохувалися в тих, що могли грати на гітарі і співати пісень. Осінні димкою тронут солнце край, а я тебя прошу, не улетай, не улетай за ласточками след, останься рядом между зим и лет. И я ладони нежно отогрею, дам приют озявшей чуть души, и на сердце станет мне теплее. Только жди меня и не спеши. Стучит в причал холодная волна, смывает время наши имена. Не торопись, дождем осенним стать, останься рядом, не спеши опять. И я ладони нежно отогрею, дам приют озявшей чуть души, и на сердце станет мне теплее. Только жди меня и не спеши. Летит звезда и падает в траву, я эту ночь тобою назову. Не торопись сорваться с ветки вниз, останься рядом и ко мне прижмись. И я ладони нежно отогрею, дам
приют, озявший чуть души, и на сердце станет мне теплее. Только жди меня и не спеши. Только жди меня и не спеши. Браво! Я дуже ціную людей, коли вони вміють жити. Багато кого ми зустрічаємо, багато знайомих спільних є у нас. Да? Я дякую і хочу на закінчення нашої розмови з тобою спитати в тебе, що ти хочеш побажати людям. Хорошо желати людям, коли вони чекають твоїх пожеланий. Ну... Я тобі скажу, всім люб не будеш, но багато людей справжніх і добрих, і порядних, я це знаю. Тільки ті інші трохи заважають жити нормальним людям. Ні, ти знаєш, я вважаю, що сила дійсня завжди равна силі протидії. І завжди потрібні ті люди, які не такі, як ти, для того, щоб ти наконец-то зрозумів, хто ти такий. Потому что когда все такие же, как и ты, то, в принципе, ты находишься в такой зоне комфорта, в теплой ванне, и ты себе плывешь, и твоя жизнь, в общем-то, не вызывает у тебя никаких неудобств. Не про нас. Да. Опять же, вспоминая мудрость Востока, только мертвые рыбы плывут по течению, живые рыбы всегда плывут против течения. Но, ты знаешь, я даже не столько хочу пожелать, я хочу поблагодарить людей. Потому что за последние годы, особенно за последние несколько лет, когда в моей жизни была достаточно сложная такая борьба, противостояние, я вдруг неожиданно для себя открыла, что есть очень много людей, которые не согласны со мной, более того, они агрессивно относительно меня настроены, но говорят они не в открытую, а в основном из-под тишка, подло, да, знаешь, из-за спины, в общем-то, обливают грязью и прочее. И в какой-то момент у меня было такое отчаяние, я подумала, что, наверное, я осталась одна в этом безумном мире, которая еще не сошла с ума. И я отказывалась вообще верить в то, что я одна, и я искала единомышленников, и, к счастью, я их нашла. И я вижу этих людей, и я понимаю, какую тяжелую ношу они на себя добровольно сгрузили, да, сколько вообще они делают работы, очищая это пространство от скверны, да, и оставаясь верными сами себе, помогая другим людям. И этих людей становится все больше и больше. Поэтому, если уж и говорить, то я хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживал меня, всех тех, кто понимает, что жизнь – это путь, всех тех, кто проживает свою жизнь честно, всех тех, кто, совершая ошибки, способен их исправить, всех тех, которые готовы к раскаянию, которые прощают других людей, всех настоящих, потому что пока они такие есть, у нас есть надежда на то, что все в нашем доме, в этом прекрасном, замечательном доме будет хорошо. Наш дом – это вся наша планета, наша Земля, и я бы очень хотела, чтобы был мир, чтобы дети рождались, чтобы все плакали только от счастья, чтобы женщины были красивыми, одевали шикарные платья, встречались с подругами на рыбалке, собирая грибы в лесу. Дякую тобі, Сніжана. І будемо вже закінчувати. Дуже цікава розмова. Ну, багато про що ми можемо сказати, але часу у нас, як завжди, в житті дуже мало для якихось справ. Хоча ми так біжимо вперед, що не співаємо нічого, але дуже багато і робимо. Це, може, воно таке так і потрібно. Я хочу сказати, дорогі друзі, хто нас дивиться, вам всім здоров'я, міцного. І я ще раз, ми з вами не прощаємось. Я кажу вам до побачення в авторській програмі «Своя Колія» з Альбертом Салтиковим, де кожне слово має свою силу, люди мають свою правду, совість і честь. І це, я вам скажу, красиво все і по-справжньому. Дякую вам щиро, дякую тобі, Сніжано. До побачення.